Всем привет! Вы на канале Мир Людей. Перед просмотром видео не забудьте подписаться на наш канал и нажать на колокольчик, чтобы не пропускать новые видео на нашем канале. Евгений Цыганов не только успешный актер, но и счастливый отец 8 детей. От нынешней избранницы Юлии Снегирь у артиста подрастает сын. А от бывшей возлюбленной Ирины Леоновой 7 детей. Вот только у одной из дочерей звезды сериалов Цой и Годунов оказалось другое отчество. Евгений Цыганов сделал неожиданное признание в шоу Ивана Урганта. Ведущий спросил актера про его 8 детей и предложил гостю пройти тест, чтобы проверить, насколько он хороший отец. 42-летний Цыганов смог, не сбившись, перечислить имена всех отпрысков. А вот на годах рождения наследников артист запнулся, признавшись, что не очень хорошо запоминает числа. Артист также упомянул, что один из его наследников родился в Эстонии. Третий же ответ шокировал Урганта. Евгений заявил, что не все его дочери носят одинаковое отчество. Как известно, у Цыганова 3 дочери – 16-летняя Полина, 11-летняя София и 6-летняя Вера. И только у младших наследниц отчество Евгеньевна, а старшая Полина – Евгеньевна, без мягкого знака. «Молодым был, подумал, что Евгеньевна круче звучит», – объяснил артист. Напомним, Евгений Цыганов ушел от Ирины Леоновой к Юлии Снегирь в 2016 году, когда его супруга была беременна их 7 ребенком. Актер не раз отмечал, что сохранил прекрасные отношения с бывшей избранницей. Он живет рядом с ней и детьми, помогает им финансово и активно участвует в их жизни. Если вам понравилось наше видео, обязательно поставьте лайк и подпишитесь на наш канал. Также не забудьте нажать на колокольчик, чтобы первыми получать уведомления о новых видео на нашем канале. Всем пока-пока!